Добрый день, дорогие друзья! На связи Владимир Заянов. Сегодня 29 мая 2022 года. Я нахожусь в самом центре города Москвы. Вдалеке виднеется Никольская башня Московского Кремля. А мы находимся на улице Никольской. А вблизи виднеются очень интересные арт-объекты в метавселенной Аркона. Что такое Аркона? Это уникальный проект, который создан разработчиками с потрясающим техническим бэкграундом. И в нем воплощаются как самые современные, последние достижения в области метавселенной, дополненной реальности, так и многие другие интересные задумки и идеи. Слежу за этим проектом с осени 2021 года. Желаю ему всяческих благ и всего самого-самого наилучшего.